Вы знаете, я сначала не хотела показывать свою слабость, потому что я понимаю, что огромное количество людей как раз-таки нуждаются в моей поддержке, и вот тот юмор, позитив и какое-то такое спокойствие, которым я заряжаю свою аудиторию, оно именно то, что сейчас многим необходимо. Но потом я поняла, что вы как раз меня и полюбили. За мою искренность, за мою честность, за мои честные эмоции, за то, что я такая, какая есть. Кому-то нравлюсь, кому-то нет. Но я такая, и я не боюсь сейчас признаться своей аудитории. 23 миллиона и почти 400 тысяч подписчиков, которые следят за мной 12 лет в Инстаграме и почти 18 лет по телевизору. Я не боюсь признаться в том, что я не хочу вас терять, что для меня моя аудитория важна, потому что в сложные моменты вы помогали мне расправлять крылья.